В августе свой профессиональный праздник отмечают люди, без которых невозможно представить нашу жизнь. Это строители. Дома, социальные объекты, дороги, мосты, парки и скверы. Одним словом, все, что нас окружает и делает нашу жизнь комфортнее, создано руками строителей. И в преддверии своего профессионального праздника, который отмечается во второе воскресенье августа, они принимают заслуженные поздравления. Чествование ветеранов строительной отрасли и тех, кто и сейчас продолжает работать, прошло в администрации района. Все приглашенные – настоящие профессионалы своего дела. У многих за плечами более 50 лет трудового стажа и сотни построенных объектов. Профессия строителя – это профессия созидателя, конечно. И приятно видеть плоды своего труда. Взять, например, наш дельфин, бассейн построенный, налоговую инспекцию. Это видно все каждый день. День в городе, это все видишь. ЗАГС вот этот новый здесь, который был построен тоже в свое время нами. Ну и много-много объектов, которые приятно сегодня вспоминать и внуков своим рассказывать, что да, когда-то я это строил, когда-то участвовал в этом строительстве. Славянский район стал судьбой для многих поколений строителей, руками которых создавалась и продолжает создаваться крепкая социальная, хозяйственная, инженерная инфраструктура в городе и селе. За добросовестный и почетный труд, за верность профессии всех собравшихся поблагодарил глава района Роман Синеговский, сам заслуженный строитель Кубани. Все мы работаем вот на одно общее дело. Это созидание, это строительство. Благодаря вам меняется наш город, район, в целом край меняется. Вот много интересных решений, когда вот во что-то начинаешь вникать, какие вот все-таки есть уникальные решения, либо строительство дома, либо какого-то социального объекта, либо объекта промышленности. Все это очень интересно, все это вовлекает, наверное, дает возможность творческого полета. Так что спасибо за труд, так что все вы вот действительно вносите вклад в развитие экономики района и в целом вот, облика. О каждом из приглашенных на торжественном приеме было сказано много добрых и теплых слов. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, посвятивших всю свою жизнь любимой профессии. Я поздравляю вас с профессиональным праздником Днем строителя. И своими словами скажу, профессия строителя, она почетная. Да, она значима, имеет огромное значение, уважение вызывает. Очень радостно мне здесь всех видеть вас, дорогие, и ветераны, и все, кто здесь присутствует. Потому что, вы знаете, здесь рядом с вами, вот я сейчас смотрю, это ну, целая моя жизнь вот сейчас. И поэтому ветераны, даже хочу вам сказать, слово такое, но ветераны, но на самом деле вы не ветераны. Вы на самом деле еще все бойцы, очень сильные, мощные люди, которым было, ну, в те годы, которые мы вспоминаем, было подвластно очень много. Профессия строителя очень многогранна. Это не только те, кто непосредственно возводит здания, но и архитекторы, проектировщики, геодезисты, гидротехники, сметчики. Над возведением одного объекта или сооружения трудятся сотни людей, и порой их работа незаметна. Но без нее невозможно было бы что-то построить. В основном занималась тем, что составляла сметы, как в 1969 году, как пришла. И так мне повезло по жизни, как известно, что ни одна стройка без его, так сказать, денежного выражения не обходится. Поэтому вот в основном это вот такая моя профессия. Почти 55 лет, чуть-чуть не 55. Славянский район продолжает развиваться. Нынешнее поколение строителей возводят новые современные объекты, внося свой вклад в развитие своей малой родины. В честь профессионального праздника участникам торжественного приема были вручены памятные подарки и благодарственные письма главы района Романа Синеговского. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».